Программа капремонта реализуется в срок. Так, по словам министра ЖКХ региона, в ее рамках объем финансирования в 2014 году составил более 300 миллионов рублей. За эти деньги удалось уже отремонтировать 290 домов области. В частности, были приведены в порядок 15 фасадов, 211 крыш и 46 лифтов. На текущий год намечено продолжение реализации программы. Уже утвержден план краткосрочного капитального ремонта более 700 домов в 27 районах региона на общую сумму более 300 миллионов рублей. Также в беседе с губернатором министр ЖКХ региона рассказал и еще об одной программе, реализуемой на территории Саратовской области – переселении из аварийного жилья. Так, в прошлом году было введено в эксплуатацию более 60 тысяч квадратных метров жилой площади. Наибольшее число возведенных домов насчитывается в Саратове, Энгельсе, Балаковском и Балашовском районах. Взяты обязательства были по этому этапу программы очень большие. Вы помните то совещание, которое проводили с учетом Министерства ЖКХ Российской Федерации, полпредства, фонда по реформированию ЖКХ. И у нас на том этапе были отставания. Сегодня вы говорите уже про очень большие объемы реализованного по программе, то есть построенного жилья. Поэтому все, что касается, как вы говорите, до 1 февраля, я просил бы, чтобы это было исполнено. Отчет был, чтобы перед фондом, перед министерством, и чтобы мы здесь в отстающих не были. И работать, конечно, по перспективе уже следующего этапа.